Наконец-то можно отдыхать в этот прекрасный утренний день. Наконец-то я могу, мне же теперь 20 лет, теперь могу пивко попить. Так, что у нас там? О, мистер Бис новое видео выехнул. Я спросу на вас 250 тысяч, что он тратил. Да, кринж, это неинтересное видео, надо другое посмотреть. Так, о, мир и война и мир, прикольно. Такей думал, что это уже прошлый век. Ну нафиг. Почему настолько так глупо, а? Почему я нормально не могу телевизор посмотреть? А куда ему пивко делось? О нет, сейчас мама пришла. Только не это. Ты что тут уже за пивко решился, скотина? Чё-то я не поняла. Да ладно тебе, ну еще что я выпил. Зато мне батя разрешил. Так это что, еще и был ты, что ли? Да ладно, пусть пьет. Этому уже пацану уже 20 лет, а мне 40. Чтоб твоих глаз у меня больше не было. Пока. Ну хоть от меня хоть раз остался этот пьяный. Так что пошел в магазин за хлебом. У нас хлеб закончился, я хочу кое-что сделать. А так, значит, да, я, значит, твой компьютер скоро и выкидывать буду. Ну, куда сюда свой телехоп? Ну-ка, давай мне свой тут телескоп. Твой телескоп отправляется в детдом. Так, все, ты меня уже достал. Пошел в магазин. С этого дня ты сейчас полетишь туда. Куда туда? А ты вперед посмотри. Ой-ой-ой. Ну шо, Вася, благо капец тебе. Ой-ой-ой, не к добру. Полетел. Да тут ты мне хоть хорошо бошку оторвала. Еще раз попробую. Освобожден хоть на 500 миллионов дней. А мне еще до этого идти 500 кругов. Ладно, пойду уже в магазин. Чего долго ждать? Ускориться надо.